Добрый день! Сейчас я вам покажу простейшее приспособление, которое облегчает немного жизнь садоводу при обрезке деревьев. Значит, это просто бутылка вот с таким соском, с помощью которой можно закрашивать срезы. Значит, бутылки краска масляная, масляные лучше закрашивать срезы. Значит, из пробки от бутылки делается вот такой сосок. Значит, что для этого надо? На свечке серединка нагревается, и потом при помощи спички с обратной стороны делается вот такой сосок, когда пластик разогреется. Все, и потом он застывает в таком виде. Но это такой немножко усложненный вариант. Можно, конечно, просто взять, использовать что-то готовое. Например, вот такая уже готовая бутылка с носиком. Но у меня бутылка побольше. Дальше что делается? Берем кусочек поролона, обматываем его вокруг. Таким образом. И закрепляем изолентой, чтобы он держался. Ну вот, в принципе, все готово. Значит, ну еще здесь крючок для удобства пользования. Значит, раньше, чтобы закрасить срез, сначала мы что делаем? Лезем на дерево, на лестницу, либо на само дерево. Пилкой обрезаем ненужные ветки. И потом отдельно берем кисточку, берем краску. И опять-таки снова лезем на дерево, ищем эти ветки, которые обрезали, и закрашиваем их. С помощью такого нехитрого приспособления теперь мы сразу его берем с собой вместе с пилкой, вешаем рядом на ветку, срезали ветку, берем и сразу же на месте этот срез закрашиваем краской. Вот таким образом. Все. Руки свободны, вешаем опять на ветку на крючок, отрезаем следующую ненужную ветку и опять закрашиваем. Все, очень удобная штука. Ну, а носик потом, чтобы краска не сохла, я затыкаю там подходящим гвоздиком, ну, либо спичкой. Все, поролон. Поролон, конечно, потом высыхает, но поролон поменять не проблема. Вот такая штука, которая, с помощью которой значительно быстрее и проще обрезать деревья, помогает.